Привет, доброе утро. Я уже бегу по делам. Сегодня у меня очень насыщенный, серьезный и ответственный день. В общем, такой день, которого не было никогда. Вот, я в Икее. Сейчас буду ходить, выбирать, смотреть, что мне нужно. В общем, я взяла самое необходимое. 100 свечей плавающих, такую миску для салата, 2 стакана, 3 бамбука. Это мне под стульчики, под ножки. И вот эту вот штуку, пленку в ящике на кухню. И таких 3 сидушки. Я в Краснодаре на парковке. И вот моя машинка, путешественница из Мурманска, приехала. Чтобы вы понимали, как она была заполнена. Ну и полный багажник, да, вот, доверху. Но все доехало в целости и сохранности. Еду я из Краснодара в Геленджик, почти 200 километров. Впервые в жизни такое большое для меня расстояние за рулем. В общем, мой новый опыт. Скоро буду дома. Еду. Чуть-чуть больше 2 часов. Я остановилась перекусить. А вот, взяла вот такой вот багет с овощами и водичка. Мне осталось 28 километров. Совсем чуть-чуть. Ну, я вот перекусила, вышла поразмяться. Ноги немножечко, чтобы отдохнули, подышать. Птицы поют. Красивенько. Я въехала в Геленджик. Вот это, кстати, комплекс, в котором я жила, Алые паруса, когда я покупала квартиру неделю до покупки, до сделки. А это ЖК Жуковский. Это южный район. Вот правая часть, правый въезд в город. Это у нас Табрис. Очень хороший магазинчик. Вот. И буквально один квартал остался, и я приехала. Я во дворе, я на парковке. Пью кофе и буду разгружать машину. Все. А вот такими партиями Наташа таскает вещи. Самое сложное, ну, не сложное, не очень удобное, то, что у меня до лифта 2 двери, которые тяжелые достаточно. И получается от лифта вещи таскать. Хотите верьте, хотите нет, но женщина, которой нельзя больше 3 килограмма поднимать, одна разгрузила Outlander, понимаете? И таскала сама. Вот это на кухне, вот еще, сейчас в комнате покажу. Вот еще, вот так вот, и еще в гардеробке. Вот тут еще. Пока я разгружала машину, у меня открылось 2-е дыхание. В общем, опять, господи боже, я помыла стулья, приделала вот такие вот купленные сегодня сидушечки. А еще помыла полы и запустила 2-ю стирку уже. Теперь у меня будет мягко. Красота.